Как говорит старинная пословица, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Согласно поручению губернатора Сергея Морозова, медики, соцработники и представители местных администраций образовали мобильные бригады и активно выявляют тех, кому нужна помощь. Ежедневно в населенные пункты региона выезжает 17 специализированных машин, приобретенных в рамках проекта «Демография». Населенный пункт, взятый для обследования, буквально прочесывает на предмет страждущих. Нуждающимся в лечении и отдыхе предлагаются варианты решения их проблем. Все свои, все хорошо. Еще один момент. У нас действуют клубы Центра активного долголетия. Также у нас есть еще и заезды туристические, и серебряные заезды тоже имеются. То есть это выезжаем и по территории Ульяновской области. Если у вас такая возможность есть у вас по состоянию здоровья, ноги болят, да? Ну, желание, если возникнет, контакты наши знаете, вы обратитесь, и мы подберем вам подходящую смену, ну, скажем так, скрасить ваш досуг. Работа бригады комплексная. Помимо социальной помощи, медицинская. Медик старается выявить неинфекционные заболевания, дать рекомендации или при соответствующих показаниях госпитализировать. Транспортное средство позволяет возить граждан с ограниченными возможностями здоровья. Данный автотранспорт получен у нас в рамках национального проекта «Демография». Это специализированный транспорт, который приобрели специально для работы этих мобильных бригад. Приобретение машин осуществлялось за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан». На закупку выделено порядка 32 миллионов рублей. Кстати, машины сделаны на базе УАЗа, оснащены современным подъемником, фиксаторами инвалидных колясок и прочим, что необходимо для транспортировки в медучреждение или дом отдыха. Работа ведется ежедневно. Кроме профессиональных, членам мобильных бригад предъявляется требование быть отзывчивыми. Бригада, работу которой мы снимали, полностью соответствовала означенным требованиям. Был составлен список обследования, согласованные с здравоохранением граждан старше 65 лет всех поселений. То есть мы выезжаем централизованно с здравоохранением, со специалистом, подомно, надомно, с каждым. Ведем обследование, спрашиваем вопросы по мерам социальной поддержки. Здравоохранение работает по своей линии. Если какие-то вопросы возникают от граждан, которым в силу своей деятельности не наши структуры работают, мы эти вопросы передаем в следующие структуры. В день специалисты обходят многих. Если успевают, то обследуют целый населенный пункт. Здесь никто не торопится, человек должен успеть поделиться проблемами, специалисты успеть рассказать о полагающихся льготах. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.